Подписчики моего канала и просто любители карт Золотого Таро. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. И расклад будет называться «Что он говорит о вас своим родственникам и друзьям?». Потому что если бы они послушали, что мы говорим о них своим друзьям, они бы, наверное, волосы дыбом стали, да? Итак, мужчина как личность, что из себя представляет? Эгоистичный ребенок, такой, знаете, любит себя любимого, в центре внимания, все родственники попу его целовали, истеричный, впечатлительный, с кучами ограничений, нужно делать шаг вперед для развития отношений, он делать не может. На самом деле могут быть еще какие-то ограничения, все-таки рухнут, судя по этим картам его жизни, да? Так, вы как личность... Вы как личность уже настолько он вам заморочил голову, уже столько всего передумали, что решили от него отгородиться, потому что вы от него устали. Что между вами? Вы ушли от него, несмотря на чувства, на эмоции, и наблюдаете, ждете, что он будет делать, да? Ну и очень хорошие теплые воспоминания друг о друге, вы думаете. Так, что он говорит о вас своим родственникам? Что вы... ресурсная, мощная, умеете зарабатывать, у вас свой бизнес, что вы умница, красавица, императрица, женщина его мечты, и что он, ну и дальше он уже все свои фантазии, иллюзии творческие, да, вам приписывает, лавры вешает на вас, чтобы вы получше выглядели в глазах его родителей. Как его родственники относятся к вам? Родственники относятся к вам, что вы им манипулируете, управляете через социальные сети, и что вы, естественно, по статусу беднее, чем они. Да? То есть, как бы он ни рисовал, видимо, статус родственников намного сильнее. И то, что еще он без вас прямо вот чувствует себя каким-то ущербным. Да? То есть вы ему как-то так навязали, вот этот вот, что он ущербный, хотя он может зарабатывать больше, чем вы. Ну, вы умеете, видимо, крутить мужчинами. Так, что он говорит своим друзьям о вас? Что вы всем помогаете, раздаете деньги, родственникам помогаете, благотворительностью занимаетесь, что вы в нем разочарованы, что не видите выхода из сложившейся ситуации, а он плачет, переживает, потому что вы для него звезда, мечта и женщина с другой планеты. Как относятся его друзья к вам? Что вы сильная личность, что вы развернулись и ушли победительницей. Что вы поступили правильно, потому что вы хотите все-таки встречи. То есть вот они как-то это понимают, да? Так, что он говорит своим, скажем так, своему отцу о вас? Он говорит своему отцу о вас, что вы такая, что с вами, как американские горки, что вы такая интриганка, что вы такая хитрая, умная, что вы свои денежки держите при себе. Что ему отец говорит о вас? Что как бы трудно, сынок, не было, ты добивайся того, чтобы все-таки она оплатила то, что положено, да, для того, чтобы вы были вместе. Что он говорит маме о вас? Что он с вами учится каким-то отношениям, что он готов у вас учиться, что вы очень разносторонняя, развитая, многогранная, имеете образование, что, да, вы такая вот лучшая женщина в его мире, но вы его не понимаете, не хотите его понять. Что ему мама говорит о вас? Что ей, сынок, и без тебя хорошо. Все у нее есть, все ее замечательно, да. Наберись терпения и жди, пока она как бы все-таки отдумается, да. Какой вывод он делает в результате всего сказанного? Что надо терпеливо ждать,
и не бросать эти отношения, да, что, потому что он сделал определенный свой выбор. К чему это в результате приведет? Знаете, приведет к каким-то все-таки переменам, быстрым, позитивным, положительным. Он начнет действовать для того, чтобы с вами был брак и семья, потому что он хочет обеспечивать, он хочет иметь детей. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.